еще жив? Тогда с Рождеством! Так как многие уже начали готовиться к Рождеству, правительство Латвии хочет знакомить вас с новыми правилами. Игрушки на елке должны висеть на расстоянии не менее 2 метров, и все должны быть в масках. Подарки кладем также на расстоянии 2 метров от елки. У Снегурочки на руках ни в коем случае не должно быть маникюра, поэтому в избежание недоразумений лучше приглашать к детям Санта-Клауса, так как он, в отличие от Деда Мороза, внуков не имеет. Те, кто делает дома рождественские ясли, должны соблюдать следующие правила. Ослик и Вол должны иметь негативный результат теста на ковид и находиться снаружи до момента Рождества. Мария и Иосиф в ожидании момента Рождества могут находиться в яслях, поскольку проживают вместе. Хотя, если отцовство принадлежит Святому Духу, почему они проживают вместе? Хорошо, это обсудим на следующем заседании Кабинета Министров.